соловьиное говно опубликовала у себя в Телеграме, что якобы попали по военной части в Гайсине. А вы, путиноиды, идиоты, долбаные, вы хотя бы проверьте. Откройте Google карты и посмотрите, как выглядит Гайсин. Там нет ни трамваев, ни троллейбусов. Там нет такой инфраструктуры. Полюбуйтесь, куда ваши сучары попали. Да-да, все, пацаны, ювілейного і дом офіцерів немає більше. Ти розумів, вон, блядь, люди в крові, всі тролейбуси повибивало, володарку, всі вікна повибивало, блядь. Петроцентр, піцерія рядышком. Така взрывна волна була, вон, блядь. Аж повигинало все, блядь. Пиздец. Блядь, стільки погибших. Це пизда нахуй. Це пиздец, блядь. А еще, если вы в эту всю херь верите, я вам желаю абсолютно того же. Абсолютно. И каждый день. По 5 раз.